вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру в світле майбуття, через свого сина всемогутній батько нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Слава Ісусу Христу! Друзья, приветствую всех с Киева, с берегов Днепра. Здесь вот прославляется имя Господа Иисуса Христа. В эти дни молимся о Киеве, о духовном пробуждении столицы. И вот, как в этой песне, Валерия Коропа поется. Дай Бог ему здоровья. Очень такая трогательная песня. И действительно помазанная такая Духом Святым. Вот то, что я начал петь в самом начале этого видео. Вот, очень люблю творчество этого автора-исполнителя песен христианских и других исполнителей люблю очень. Здесь Украина очень богата талантами этими. И действительно, как в этой песне вот и поется, пусть имя Иисуса Христа будет прославляемо здесь, на берегах Днепра, пусть льется эта песня. Иисусу слава, Иисусу слава. Слава Богу! Дорогие друзья, сейчас вообще в эти дни преподаю в семинарии, и вот сегодня, слава Богу, еду вот на запись, будет прямой эфир и запись на радио Эммануил. Вот, и очень важно, что подобные вот эти вот встречи, обучение совместное, какие-то акции, какие-то служения, какие-то вот эти вот даже то же самое радио, это действительно нечто объединяющее христиан разных конфессий, разных деноминаций. Вот, и это очень важное такое знамение вот этого времени последнего, именно духовного пробуждения народов. Слава Богу! Да, друзья, и ну что, благословляю всех вас во имя Господня. Здесь то слово, которое зачитывал я как раз и в семинарии. Послание Ефесянам, 5 глава, зачитываю. Начало самое звучит таким образом здесь. Написано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас». Друзья, пусть Господь благословит всех вас, пусть Бог благословит действительно нас, как чад своих, детей своих возлюбленных, подражать Богу и жить в этой любви, как и Христос возлюбил нас. Слава Богу! Благословляю вас благословением священническим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь, Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится. Благословляю всех вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наверное, последние теплые дни будут. Да, сегодня у нас 6 сентября.